зрительные, глубокровных изменений. Как бы ни назвать, это то, в чем комфортно находиться, пребывать и двигаться в жизни. Здоровье, удачное стечение жизненных обстоятельств, встреча с интересными, нужными людьми, сохранение дорогих и близких связей, открытость к позитивным новым изменениям в себе. Чтобы это было отражено на уровне тела и сознания, одновременно нужно почувствовать определенные участки тела. Участки тела, которые называются мармы, являются так называемыми дополнительными чакрами, дополнительными энергетическими центрами к центрам, расположенным вдоль позвоночного столба. Я буду называть участки тела. Их нужно на мысленном экране в себе воспроизводить. Назвать, почувствовать, отпустить напряжение, позволить раствориться в энергии окружающего пространства. Для восстанавливания и для стягивания энергии и силы глубины будет. Вот, скажем, это основной алгоритм шавасана. Итак, мы с вами чувствуем кончики пальцев ног, кончики пальцев ног. Позволяем себе позволить расслабиться, отпустить напряжение. Можно немножко кричать на шею, поискать удобное положение. Отпустить. Позволить себе расслабиться. Кончики пальцев ног мысленно порастирали, попощипывали, попокусывали, попокалывали кончики пальцев рук, кончики пальцев ног. Попощипывали, попокалывали, порастирали, попокусывали кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. В своем сознании мы окрашиваем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног в теплый, приятный и едва уловимо гудящий, еле ощутимо вибрирующий, чуть-чуть пульсирующий золотисто-белый солнечный свет. Позволяем кончикам пальцев рук и кончикам пальцев ног раствориться в энергии окружающего нас пространства, в благожелательной нам силе мироздания. Итак, мы чувствуем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. Пальцы рук и пальцы ног, подошвенные части ступни и внутренние стороны ладони, голеностопы и тыльные стороны кисти. Мы ощущаем лодыжки и запястья, ноги от лодыжек до колен, руки от запястья до локти. Мы ощущаем колени и локти, ноги от колени до тазобедренных суставов, руки от локти до плечевых суставов. Мы ощущаем колени и локти, плечевые суставы и тазобедренные суставы, подмышки, паховые связки. И это позволяет нам глубже расслабиться, насладиться ощущением покоя, наполниться вселенским покоем. Мы чувствуем всю нижнюю поверхность тела, соприкосновение нижней стороны тела, коврики тела, боковые стороны тела, переднюю верхнюю сторону тела, соприкосновение боковой стороны тела, передней верхней стороны тела,
поясницы и шея, область почек, область лопаток, область надпочечника и область между лопаток. Мы ощущаем позвоночник. Позвоночник полностью, снаружи и внутри. Мы ощущаем позвоночник в глубине и в середине. Там и все свиньи, и по всей длине. Мы чувствуем в себе позвоночник. Мы ощущаем всю нижнюю поверхность тела. За прикосновением нижней стороны тела, корпусу тела, боковые стороны тела, передние верхние стороны тела, за прикосновением боковых сторон тела, передние верхние стороны тела и окружающего пространства. Мы чувствуем одновременно, и макушку, промежности кожу головы, лобковую кость и лоб, половые органы и межбровье, пупок и горло, основание ребер и ключицы. Мы чувствуем ребра, левый бок спокойнее, равновесные удары сердца. Правый бок от головки спокойнее, равновесные удары сердца. Середина, грудь. Свободное, естественное, равновесное дыхание. И из груди направляем внимание в живот. В животе тепло и темно, теплую темноту в глубине живота окрашиваем золотистый свет. С каждым очередным выдохом теплые волны приятных ощущений растекаются из глубины живота по